Здорово, Twitch, здорово, YouTube. Сегодня, как всегда, играем в Gods Unchained. Будем апать мифик на моей агро-колоде природы. Потом откроем паки, которые дали за викенд, заклеймим годсы, которые пришли за позапрошлый викенд. И все в этом духе. А сначала я раскидаю оповещения по всем Discord-каналам, по своему Telegram-каналу. И мы включим нейрофанк, начнем подниматься в мифик, если это получится за сегодня. У меня не так уж много времени есть. Дела, стрим будет часа на два максимум. А сейчас мы подрубаем нейрофанк, только в прямом эфире на трансляциях Twitch. И начинаем подниматься ввысь в рейтинге. Оу, е. Игра обновилась без проблем. Надеюсь, десепшены немножечко ослабнут. И будет проще играть на агроколоде. Даже без конопи на первом ходу против люркера. О, у нас паладин. It's a paladin. Будем вторые. Ну, в два волкера и меч. Неплохо. О, это контроль лайт. Надо его быстро убивать. Это мне не совсем нравится. Еще пятерка пришла. Плохо. Он может сейчас Light and Levy кинуть. Через монетку. Скорее всего, у него она есть. Да. Неудивительно. Очень сложно будет победить у этого паладина, на самом деле. Нужен Wildfire, либо Волк, Сатир, какой-нибудь буст урона. Здорово, Андрикс. Как тебе нерфы? Ну, так себе. Опять режут друидов. Не прошел я ведь патч без того, как занерфили друидов. Вот это меня вообще... Да. Каждый патч нерфит природа. Я не знаю, когда это закончится. Но им явно по кайфу. Здорово, Дичереп. Что, в мифик уже все успели подняться? А что, прям сильно нерф природы? Да не опять, не сильно, но... Каждый патч что-то донерфит. Хотя природа вообще на супер дне ранкеда. На супер дне. В отличие от магов и десепшенов. Вот, ордер. Ну, наверное, зря я волкера бафнул. Надо было кабана бафать. Одену пушку, чтоб сразу ему... По две хапури в лицо улетало. А, я так понял. Им не хочется, чтобы агра была в мете.
Там пишут, что мы не хотим, чтобы игра заканчивалась на ранних ходах. Да, я видел, что они пишут. Но это их выбор. Я не могу с этим ничего сделать. Могу только либо соглашаться, либо быть против. Но если не будет агро в мете, то игра будет затянута, и ранкеды будут кататься просто вечность. А это не весело. У них игра и так не самая веселая, если честно, готсы. Единственное, что радует, это играть на агро-колодах. А когда они замедляют мету, становится очень неприятно. Хотя у меня много каток 7-8 мана доходит. Ну вот, как видишь. Что-то получается, что-то не получается у этих разработчиков. На следующий ход я смогу как минимум нанести ему 2, 4, 6, 8 урона. Он должен себя хилить, чтобы выжить. И никого у меня не убивает. Но если я нанесу 8 урона, 2, 4, 6, это еще 9 фавора. Блин, мне не хватит на ремов. А на седьмой монет, скорее всего, Демогоргона пойдут. Там будет вообще не сладко. А я играю почти на новой колоде. Одну замену сделал, нифига себе. И какую замену в какой колоде? И мы ему все пятерки пришли. Я просто в шоке. Ну ему жопа. Все, дружище, до свидания. Можешь сдаваться. Он так и сделал. Он теперь, природа какая сильная, а ему 4 пятерки зашло, контроль на это, 4 пятерки. Если бы я не бафнул Волкера, он бы давно умер. Так, чё, паки откроем? Давайте откроем паки. Не будем ждать. Я знаю примерно, что мне из МДЖ пака выпала. А что из кор пака выпало, я понятия не имею. Но спойлер. Приятного мало. Две рарки с рар пака. Угу. Вот это все кал. Я в Миднайт еще чуть-чуть и аурик. Ну, неплохо. Неплохо, Андрикс. Аурик лучше Миднайта. Ну, тоже кал непонятный. Противники сильные. Ну, может быть, я сегодня, либо завтра тоже буду пытаться в аурик попасть на фри-то-плей аккаунте. Посмотрим. Скорее всего, у меня будет тоже непросто. Но опять неправильно прочитал. На твоей. А, Лего заменил только. А, на моей. Я играю почти. А, на твоей деке. На колоде. Блин, чувак, я супер невнимательный. Не знаю, как над этим работать. Нужно делать много дел одновременно. У меня очень маленькая частота головного процессора в моем мозгу. Вот этот хороший ремув на паладина. Все остальное кал. Давай, Wildfire с эпика. Wildfire. Ну что это такое? Раз заход призывает 2-2 Акалита после того, как герой или существо хилится. Ну, такое. Блин, ну сколько можно давать этой центре посты? Мне их уже миллиард, наверное, этих башей на мага. От них вообще никакого прока нету. Мне срар на МЖ Лего выпал. Вау. Я радовался как слон. Круто, круто. Поздравляю. Мне один раз тоже падало. Но она стоила 2 бакса всего. Галлеем. Для атлантинов. У меня был один, наверное, это второй. Может быть, уже и третий. Ох. МДЖ паки пошли.
Сарарного пака Fire Shaper. Но он неплох. Все остальное такое себе. Но максимум центов 50 с пака. Когда выпала, она стоила 20-ку, а потом за день упала цена до 12 бачей. Потому что все сразу продают свои карточки с паков. Я не знаю, зачем такая тенденция. Все быстро фиксируют все. Но к выходным все отрастает. А, вот это охрененная карта на паладин, если честно. Это как Lightning Levy 2. Вот это... КЗ... Навара как заходит. И это... Тоже КЗ. О, колечко фараонова. В принципе, полезная карта. Вот карта полезная, вот эта карта полезная. Теперь легпак, пацаны. За 10 побед в ранкеде дали легпак. С него Shadow Rarka. О, тут Лего. Mystery Arts. Академия Mystery Arts, структура. Фронтлайн не может атаковать. После того, как вы призываете существо с одним здоровьем, возвращает одну стоимость. Уменьшает на один стоимость наивысшей. Самый дорогой. Самого дорогого спыла в вашей руке. Блин, как-то долго. Ой, еще волк один. Окей, окей. Ну, бакса 4, может, стоит. Может, 4,5. Так, значит, еще сейчас Готса заклеймим сразу. Сейчас я метамаски за логинюсь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Вот мои годцы. За позапрошлый уикенд. Не помню, сколько я сделал побед. Всего у меня... 67, перезагружаю, наверное, 80 годсов. 80 годсов ровно. Окей. Пошли дальше. Пытаться подняться в мифик. Deception. Equinox. Хо-хо-хо, попробуем его победить. Попробуем. Скорее всего, будет непросто, и нужна конопи. Хорошо, есть пантерка, волкер. Конопи нету. Но я поставлю в пантерку. На следующий ход 2 единички, либо волк, либо, может быть, выпадет мне еще best friend, посмотрим. Но план 2 единички поставить. Он не поставил люркера, уже хорошо. Так, значит, кабана и лисичку, чтобы он не смог забрать себе за 3 маны их. В магазине ломатель пух, лучница и Эмбер Элли. Нет, Enraged Элли. Кого он, что он пытается лисичку забрать с одним хп? А разве через Void можно, через Вард можно? Можно с Вардом забрать? Серьезно? А вообще насрать на Вард получается? Блин, ну это какой-то бред. Мне кажется, вот это имбаланс, нечем урон воровать. И люркер. Здрасте.
Не, ну это же не должно так работать, это же заклинание. Оно направленное. А почему-то насрать. Это тоже большой плюс в сторону Десепшена. А Вард спасает от заклинания, которое наносит урон? Я думаю, нет. От Хекса-то она не спасает. Хекс идет Вард. Как странно. Ну почему ты туда полетел? Хо-хо-хо, мазафака. Согласен, это баг. Это не должно так работать. Ну вот. А им получается опять насрать. Берем ломателя пух, трэпера. И ждем энфорсера какого-нибудь, которого я убью молнией. Но вышел опять люркер. Сколько у меня? 6 фавора. 6 и 7. 13 как раз. На следующий ход он может кинуть кое-что неприятное, как что называется, Rapture Dance. Поэтому я не буду ставить ни одной карты. Буду искать добор. А во, конопи, отлично. На каждого люркера найдется каждая конопи. Сюда. Сами играют на десепшенах и магах. Ну, поступок это точно не человеческий. Я бы сказал, звериный поступок, wild. Даже дикий поступок. Оставлять работающую карту, которая плохо взаимодействует с вардом. Но у них уже есть такая карта. Двоечка, которая вроде контроль берет на время с существом, тоже никак не реагирует на вард. No, deception. Give me move, please. Give me move, boy. Boy, give me move, please. Но это летал, чувачок. Это летал. Время сдаваться. У меня была молния на Энфорсера. Поэтому без шансов. No chance, boy. Еще надо, не знаю, побед 7, чтобы попасть в мифик. Может, они по очереди классы настраивают. Сейчас от всех багов на природе избавляются. Потом за следующего бога возьмутся. Какие баги есть на природе? Я не знаю ни одного бага на природе.
Из соляра мне зеркалку кинула. D8, 5. 5D8. Ну, я хожу второй. В принципе, у меня есть конопи, у меня есть пантерка. Лисичка, которую не пробить ничем. Каким спылом. Пантерка, конопи, приемник. Классика. Там, где есть конопи-приемник, обязательно будет конопи. Я сейчас поставлю... Ой, он еще никого не вызвал. Что творит этот... бастонец? На следующий ход просто волк все апает. И еще баджера вызвал, либо... какую-нибудь двоечку или троечку. Ух ты, это что? Хайден. Хотелось бы убить. Значит, я убью. Контроль будет не лишний. Плюс на следующий ход есть варик получить ремув на 2 урона. Ой, конопи, давай вард или в единичку, только не сюда. Ой, хорошо. Просто супер. Сразу кабанчика. Пусть танкует. Минотавр. Wildfire. Можно Минотавра разменять. Наверное, нужно разменять Минотавра. Хантом он все не убьет. Плюс я что-нибудь поставлю на следующий ход. Молния, конечно, хороший топ-дек. И нет, я заберу ремов, а ванду оставлю на потом. Что он может поставить? Какого-нибудь энта? Хант. 6 и 10, 13. Мало кто умрет. Nice try, boy. Все продумано, чат. Это не шахматы. В шахматах тоже хотелось бы все продумать. Порой не всегда получается. Кстати, в турнире я первую катку выиграл, опять это паладин. А потом я не заходил 2 дня на турнир, и меня тупо кикнули. Точнее, написали мне поражение, и чувак, с которым я должен был играть, даже мне ни одного сообщения не написал. Прошло 2 дня после оглашения результатов первой катки. На следующий ход, если я поставлю банда, монетку и
волка. Я смогу ему нанести урон. Угу. Неплохо. Неплохо. Ой, best friend day. Ладно, поставлю best friend'ов. Пока мне урон не так важен. Скорее всего, сейчас будет баф Викара. Там 1-1, скорее всего. И он убьет Бэджера, либо ударится в Волкера, и он добьет палкой Волкера. Рот. Ритуал рот. Роуд. Не знаю, как переводится роуд. Ну, вот как я и сказал. Но почему-то он не стал убивать Волкера. Просто убил две кричи. И еще раз бафнул Викара. Окей. У него три карты. Одна это эхо от вот этого чувачка. И еще две. Он ставит просто обилку. И бафает ее. Окей. Хотелось поставить стрекоз, но я не могу это так оставить. В завонг пасил. Ну ладно. На тебе стрекоз. Завонг пасть теперь стрекоз. И плюс еще битла поставлю. Ой, он что-то забирает, наверное, пушку. Или вонг пас. Пушку забрал. А это мифик. О, круто, слушай. Довольно неплохо. Так, надо стрекоза, чтобы по лицу попали. Они не попадают по лицу, поэтому делаем так. Ремувчик забираем. Скорее всего, сейчас будет убиваться жук. Нифига себе, у меня пульс 181. Показывай часы. Что-то не так. Часами. Я не чувствую пульс 181. Awaken. 181, вы что, сбрендили нафиг? Ну-ка, дай нормально померю. Что ты опять меня цик-цикаешь? Мери пульс. Так. Похоже, это последний стрим. Не знаю, надеюсь, нет. Здорово, Фонг. О, 96, 95. 93, 92. Все в порядке. Это меня устраивает. Они, походу, куда-то на кость попали. Там как-то некорректно отображается пульс. А как он убил? А, он с майтом убил его. Так. Ну, убиваем вот этого чувачка таким образом. Теперь отправляем все в лицо. И добиваем его картой с магазина. Он все понял.
Тоже не ок, ты сидишь спокойно, а пульс стопача. Так нейропанк-то хренарит, понимаешь? Я должен просто подтанцовывать своими коленками под столом, понимаешь? Невозможно этого не делать. Ты же не видишь, что он делает под столом. Да, но ручки вот. Ручки на место. На месте. На столе все лежат. Блин, а посильнее, если часы прижимать к руке этим ремешком, то меня начинает давить, то есть вены передавливать. Если свободно, они попадают на какое-то место и показывают пульс 180. Я, конечно, рад, что я побеждаю, но не настолько сильно. Кто против меня? Кстати, видос мой новый смотрели? Если смотрели, то как он? Смотреть можно или... Лютый кал. Кэл. In the moment, boy. Что мне кажется, никого не найдет мне тут. Надо альтов-4-ваться. Какой видос? На Твиче есть видосы? На Ютубе. По новостям последним. Я играть в Gods не успеваю, не то что видос смотреть. Ну, новости ты читаешь про нерфы, бафы, карт. Ну, а видос для тех, кто не читает новости. Кто хочет послушать, например. Или пока хаваешь на обеде, либо утром на завтракаешь. Включил, посмотрел, понял, что происходит с метой. Какие карты меняют. Блин, опять мне всех соляры кидают. Кстати, какие-то ночью проблемы были с серверами и с матчмейкингом, что они опять все стопали и ребутили. Не, два меча это слишком. Дюк Фридом. Свобода дюку. Ой, хорошо. Ой, отлично просто. Ладно, два кабана поставлю. Если что, у меня меч есть. Ладно, зашел, подписался, лайк поставил. Ну, как хочешь. Я просто спросил, я не призывал. Это твой выбор. Но благодарен ему. Ой, как хорошо, как сладкие заходят карты. Кстати, эта штука ломает мой меч. Желательно бы ее убить. Ой, но я его не убил. Ладно. Ну, меча должно хватить его добить. Я надеюсь, он его не бафнет. Если даже бафнет, я его конопью убью. Хорошо, что он не заремовил кабана Лайтин Леви. Это меня больше радует. Здарова, Брэдшо. Что видос по новостям не закинул в ручат игры? Ну, я не знаю. Я не закинул, потому что, наверное, все и так знают. Что если видосы выходят, они там на моем канале, условно говоря. Я закинул в комьюнити. Контент-креаторство. Здорово, кстати, Брэдшо, еще раз. Получается, больше всего досталось обмана по нерфу карт? Ну да, да. Но я бы не сказал, что прям сильно досталось. Но досталось. Как бы благодаря этому нерфу
природе против десепшена будет дышать немножко проще. Давай, меч приди. Либо какая-нибудь троечка. Двоечка. Хорошо. Драгоншторм. Это какой-то популярный. А, Драгоншторм, это кто-то... Я не знаю, первый раз слышу. Так, что у него? Радиант. Кого он зачистит радиантом? Но с щитом, наверное, полетит в кабана. 2-3 полетит в 2-2. Ну... Ну, этот в лицо, значит, должен 2-3 полететь. Хорошо разменялся. Пантерка, понятно. Вопросов нет. Немного затягивается против паладина. Благодаря тому, что... У меня конфуженные существа. Так, это 4, единичка, викар и монетка. Или это, это мана отображается неправильно. Сломаю-ка я ему щит. На всякий случай. Про что это вообще? Я не знаю, может какой-то ютубер или стример. Опять радиант? Нет. Ману весь стол спамил. Вот это называется эхо паладин. И на следующий ход ему топ-дек. 2-2 всем. Будет круто. 2-3. Ломаем всем щиты. Ломаем 2-3 и вызываем волкера. С валькой мне повезло. Хороший ход. Нашел хороший ход. И использовал. Не мисклик. Давай, чувак. Еще один Мейс Колин. Очень много оружия, но ему не топ-декает баф. Скорее всего, это вопрос времени. Он может, кстати, ударить меня по лицу 2 раза. И забрать траппера. Он, скорее всего, так и сделает. Он не забрал траппера. А мне пришел меч. Как хорошо. Вот этого убиваем. Потом с помощью волкера убиваем акалитку. С помощью другого волкера убиваем еще одну калитку. Этот волкер бейджер попадает. Убиваю то, что называется пацифист. Ставлю ломателя пух и бейджера. И в целом паладину жопа.
Ой, он заремовил моего волкера, самого сильного. Ух ты. Что у них с обновой сегодня была проблема, какая-то мы собираемся отменить некоторые части этого обновления, чтобы решить проблему силы богов. С которой сталкиваются некоторые из вас. Вы не видите изменений в обновлениях баланса, но вы можете заметить, что пара ранее исправленных проблем временно вернется, пока мы разбираемся. Обучение сломалось. Окей. Я понял. Ну, ждем новостей о исправлении. Будет жестко, если ему выпадет топ-деком печать, которая 4 калитки бафнутые на протект от вызывает. Попал. Сейчас вряд ли что-то спасет этого паладина. Хоть он уже почти до 8 маны дотянул. Кое-как. Скорее всего, это консит. Да. Против кричей с двумя урона можно было как-то сопротивляться. Напротив 6-6 никак. Только еще раз, два, три, четыре победы до мифика. Пантерка за 0-1. Теперь все еще играбельно в колоде. Блин, ну я ее не использовал, но... Один маны не так уж и много. Блин, мне вообще саурика дали чувака. Что с этим матчмейкингом? Шесть или семь побед надо, чтобы из мидна это ваурик. Жесть, но теперь надо в соляру. А щит сломать изи. Да и из мидна это ваурик, чтобы попасть там... Надо какое-то бесконечное количество побед сделать. Я даже не знаю сколько. Потому что там каждая победа и шкала вот по чуть-чуть пополняется. Как будто бы это бесконечно длится. Проще из Диамонда в мифик попасть по победам. Надеюсь, этот жук ударит меня в лицо. И призовется Бэджер. Да это пару много. А, пипец много. Да, ну, крайне странно. Не знаю, почему так. Но какой-то барьер серьезный. Надо преодолеть. Так, вот мне дали чувака, который даже не умеет волкера разыгрывать. А что за баги? Странные баги. Угу. Growth requires patience. Нормально. Вы видели, он сначала поставил волка, потом отобразился бэджер. И все. Блин, ну викинг неплох. Викинг точно неплох.
Блин, у меня уже карт нет, у этого чувака их 4. А как так? Он еще целестил, разогнал. Нет. Так. Ну, пантерка, попадай. Хорош. Блин, 4 карты, а у меня одна стоит. Как я проиграл эту дуэль? Я Волкера разменяла в Бэджера. И что еще? Целестиал дал ему разогнать. Семнадцать он стоит. Свапнулись местами, получается, Целестиалом. Wildfire. Ой, баф. Попади теперь в него. Мне нужен волк. Минотавр. Чувствую, дела мои плохи. Хант, что чистит? 4, 9, 10 хп. Амазонки. Давай, в Минотавра. Неужели яблочко? Яблочка нету. Неплохо, неплохо. Так, Бэджер попадет. Не попал. А я его так убью. Три, шесть, девять хп. Кто-нибудь один выживет от ханта. Это будет Минотавр. Сейчас ремув заберет, чтобы Минотавра добить на следующий ход. Надо оставить себе фавор на Ванду, чтобы добить его. Вот у него 7 маны. Яблочко кидает. Сейчас ремув, наверное, за одну. Hi, Eldodin. How are you? How are you ranked? You are mythic or no? Nope, I'm also new player. Okay, boy. Nothing I can't handle. Three. We all have our limitations. I will not back down. I'm to row to the mythic.
Конопи? Конопи. Wildfire? Nope. Угу. Волкер. Забрал Арчера. Сейчас все определится в ближайшие пару ходов. Будет ли у него хилка? Сможет ли он призвать какой-нибудь таунт, либо убить моих существ? Если у него ничего из-за того, что я перечислил, нету, то он is dead. Меч? Зачем волкера? О, май гад. Nice game, nice play, nice roll. GG, yes, of course, boy. Two, maybe three win, and I'm mythic. You have read patch note? Yes, I do. Deception is a very low nerf. Anyway, a nerf one deck in nature. Nerf nature and nerf nature and nerf nature. Everywhere patch note nature. Nerf. Nature nerf. Deception is a very small nerf. Very small. Anyway, nature versus deception too so easy. Before nature lights heavy nerf too. Yes. This creature is Konopi target. Look this. Enemy used Konopi. Anyway, 8. Whoa. Not bad. Root. Staff of root. Oh. Nice shot. Здорово, Айвалья. Как оно? Мифи капнуло. Здорово, Утама. Это я. Кто это ты? Здорово, Владик. Вынеси природу. Ну, я пока на винстрике иду. Не знаю, получится, не получится. Я не буду... это ты против меня играешь? У меня осталось пару, там, 3 или 2 победы до мифика. Так что, все может быть. Я не буду подглядывать, и уже посмотрел на карту. Но... У тебя небольшое преимущество, так сказать.
Я на га плюс. Я не понимаю, вообще какой-то странный рандом. Кидает диамонды, мне вообще аурик попался. Ладно, не судьба мифик сегодня взять. Ну, посмотрим. У меня есть где-то еще час. Потом мне надо уходить. Блин. Но две руты это очень дешевая колода. Ой, хорошо-то как. Сейчас за... как закручу. Не, Диамонт и Г+. На мейне собрала мага, учусь играть, им делаю много ошибок, очень много. Ну, ошибки это хорошо. Главное не отчаиваться и продолжать делать то, что ты делаешь. Даже не стал тебя пробивать на Гудексе. Да, можно сразу на Twitch заходить и там все пробивать. Зачем нужен Гудекс, если есть Twitch и можно посмотреть карты в руке? Да. Неплохо, неплохо. Роллер. Сейчас мне какая-нибудь карта выпадет мощная. Ладно, что выпадет, посмотрим. Вот так, да? Но стрекоза по-любому умрет. Вопрос от кого? От Целестиала либо от роллера? Надо убивать сначала роллера, а потом Целестиала. И забирать ремув. Блин, у тебя, наверное, хавнер, там все дела. О, это очень круто. Крутой ход. Мне нечем его ремовить, у меня пустой стол. И дорогие карты. Подкрутка. Ну, блин, все есть. У меня просто слишком большой винстрик, поэтому тебе должно очень сильно вести. Имхо. Мне, блин, не дают мифик залететь. На одной победе до мифика стопит и все. Ну пробуй. Пробуй, когда-нибудь залетишь. Давай, Wildfire кидай, Утама. Стенка плюс сатир. Да нет, какой смысл? Стенку подожгут, убьют. Там. Она какой-то импакт внесет, но небольшой. Так, если я разменяюсь, кину конопи. Я все равно не смогу его убить. Поэтому надо делать так со 100% вероятностью.
until the next life. Я не смотрю, но слушаю тебя. Окей. Что взять в магазина? В от ванды смысла немного, надо взять добор. Ой, там хороший ремув выпал. Ой, да что это такое? После такого надо ливать. А, она только амазонок бафает. Не, ну это слишком хорошо. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ну тебе очень сильно повезло с рутами. Две руты зашло. Это много тебя отхилило и дало хороший контроль. Это потому что тебе повезло, потому что у меня винстрик. Тебе просто... Сейчас все, кто будет против меня играть, у всех будет хорошие заходы. Еще один такой баф. Мне уже их, наверное, 4. Хорошие карты. Да и ему просто повезло, потому что ему должно было повезти. Вот и все. Сейчас всем будет везти, кто будет против меня играть. Потому что у меня винстрик. Ну, так нормальная тема. Так обычно и бывает. Маг. Против мага мало шансов. Очень мало шансов. Портал. Даже вард не снял. Офигеть, мне до 7 ранга. Мне далось 7 ранг противника, я на 9. Ну, какой-то... Либо вообще никто не играет в игру, что так кидает друг другу. Либо что-то странное происходит. Рич пич, так сказать, да. Именно так. Блин, мне его не о чем убивать. А до Шрейпед Бласта один ход. Угу. Минус 2 кричи. Минус 3 кричи. Ладно. Ну это... ГГшное. Не мою пользу. Добор. Еще добор. Нет, он убьет, конечно же, орла. Ладно, будем разгонять Селестила. Либо нет. Нет, я сделаю вот так. Девять урона как-никак не валяются на дороге. И таунт сюда. Даже если он кинет шрей под бласт, лисичка выживет. А он обязан его кинуть. Либо кристалл рейн, либо шрей под бласт. Нету.
что? Сейчас же будет так ему больно. Если он хотя бы парочку не убьет существ. Ну, скорее всего, значит, Blizzard Bolt кинет одного из бэджеров. И как-нибудь убьет волка. Либо сдастся. Surprise Bolt. Ой-ой-ой-ой-ой. Please keep your pets on your side of the board. Star Chart. Три маны осталось. Все, победа, что ли? Получается, он, наверное, сейчас дастся. Да, круто. Против мага выигрывать втройне приятно. У него даже не было Shrapet болта. Shrapet Blast. Хотя, скорее всего, в колоде он есть. Две победы. Две победы, чат. Я в мифике. Туру-туру-туру. Опять он. Сейчас ты ему, скорее всего, выпадет, что надо. Вторая попытка, как-никак. Две единички. Ну, волкер отлетит от старт-болта. Лисичка и кабан. Вряд ли мне сейчас так же повезет, если честно. Трекинг болт. Один по всем. Такой странный ход. Кину Целестиала. Авраксусов. Возьму Авраксусов. Угу. Целестиал живой. Не живой. Не живой. Awaken. Это Амазонка за 3 копейки сейчас отлетел без шансов. Рандом. Все рандом. Авраксусы пошли. Забираем у него фавор. По себе 5 урона, отлично. Конечно, немножечко рандом не в мою пользу, но... Чего я ожидал? На такой винстрике.
Я вот на колоде стримерка-то на ней легко играть, вообще изи. Просто кидаешь карточки и все. Так. Три урона и 9 фавора. Нет, он похилится. Три фавора ему дать. Окей. У меня... О, по нему залетело, отлично. Еще одного враксуса кинуть. А, нет, я поставлю лучше ягуара. Первое место на колоде за 15 баксов. Так, надо разыграть что-то. Разыграю кабана по лицу. Набираем фавор. Еще один Авраксус. Раты. Забираем у него 4 фавора. И куда урон пойдет? По нему. Отлично. Конопель либо молнию. Заберу лучше молнию. Вдруг что-нибудь за 6 маны станет мощное. И таунт. Его спасет Шрейпед Бласт. Ага. На гномах. Но все, это ГГ. Блин, я мог бафнуть кого-нибудь. Ахахах. По поля против Роги он кидает понерфленные карты, не понимает, почему они не воруют атаку. Бедолага, бедолага. Так ему и надо, слушай. Покайфовал и хватит. Мы тут на природе месяц каждую катку кайфуем против этих десепшенов. А их немного понерфили. Скорее всего, слушай, это бот не настроенный, не перенастроенный. Но я не думаю, что разрабы не перенастроят бота. И странно, что люди не знают изменения в балансе, как они только выходят. Ну, хотя это не удивительно. Пупа. Лупа и пупа. Угу. 2 единички, отлично. Главное не наткнуться на Light and Levy. Просто передал ход. Значит, там Light and Levy на следующий ход. Кабана пойдет, скорее всего. Но я бафну жука. Либо бафну Бейджера на урон, и он разменяется. Леви в жука, в кабана. Жука. Читаемо, читаемо. Кабан убьешь? Не убьет. Ну ладно. Я не стану переживать. У меня есть Конопи. Wildfire против единичек на следующий ход. Ага, простая калитка.
Может призвать Бэджера и убить мечом, и продолжить бить лицо. Так и сделаю. А когда будет возможность хорошо разыграть Wildfire, чтобы можно было еще немножко зачистить, то сделаю это так, как задумал. Forever. Завтра утром, скорее всего, буду апать ранг на free-to-play аккаунте, может быть, сегодня вечером. Как пойдет. Нормально так упал. Тестер после нерфа. Конечно. Чем он его убил? Я понял. Кинуть пятерку. Хочу кинуть пятерку. Отлично. Он сразу сдался. Супер. Получается мифик. Сюда. Кто хочет поиграть один на один? Пока у меня есть полчасика. Мифик. Одно поражение. Давайте... Я соберу какую-нибудь колоду Десепшена. Пересоберу его. Так. Это не тот Десепшен. Ща. Здорово, Горик. Во. Вот это Десепшен. It's Magin Killer. Что там еще? Вот эту понерфили карту, ну ладно. Тройки, еще тройки мне добавились в колоде. Пам-пам-парам-па-там. Так, еще одну карту могу украсть. Нет, не надо. Людец один есть. Вот эта карта мне не нужна. Два энфорсера, две рапчуги. Control Failed у меня вроде, точнее, Винтерфингера еще один есть. Четверки, какие есть четверки? Ну, ничего хорошего. Я хочу сыграть с тобой. Сейчас, давай выбрать. Самый странный Deception. Давай, три семерки. Я готов, Владик. Спасибо, спасибо, Ивалия. Мифик из... Achieved. Пусть будет Achieved. Достигнут. Воин. Блин, надо было с чувака брать, который ворует армор. Ну ладно. Я хожу первый, это уже хорошо. Блин, ну я Винтерфиндеров скипнул, он мне опять пришел. Если это агро-воин, то я не успею дойти до Винтерфингеров. Яман. Что это за карты? Лучше бы две рапчуги мне дали. Туру-ту-тум. Две ведьмы мажор. Так они плейновские. Что это? Киднеппер. Это похититель. Дедли.
После того, как киднеппер атакует существо, добавляет атаку существа в вашу руку. Какая странная карта. Что там у нас? О, две карты еще с этого получил. Неплохо. Шрапнель. Это твой старый агровар. Как ты его поменял? Ту-ту-ту. У меня вряд ли получится. О, хорошая карта. Два, четыре, блин. Какая-то карта сейчас горит. Здорово, Айгер Викс. Трапа сгорела. Три, надо четыре фавора. А он еще Аурором украдет. Нельзя. Думаю, после этой игры колода Десепшена будет удалена, вар не прощает. Ты там посмотри, какой рандом просто мне зашел. В смысле удалена? Хорошая колода, просто не зашло. Вот и все. Просто не зашло. О, еще руну силы. Это мощно, это мощно. Здоровый пам, кстати. Как по мне, топ-дека. Не видел всех карт, но гилди сэп норм. Что-то в этом есть. Блин. Мне опять не хватает маны. 2, 4, 6, 7. Какой-нибудь еще баф и все, да? Отвар что-то скинул. Да. Тут все понятно. Еще раз, кто-нибудь еще? Может быть, в этот раз нормальные карты придут. Нагрул не убирал гилдов за единичку. Хреново. А будьте внимательнее. Че, еще кто-нибудь катку? Может быть, убрать Везерфингеров? А что вместо них поставить? Если я не доживаю до них. Вот эти карты у меня есть. Да мне все эти карты, они не пришли. Ни одна карта не пришла нужная. Так, тройки. У меня вот это нету.
второй. Не, нету. О, надо льва положить. Точно. И попробую вот эту как-нибудь реализовать. Легендарку. Так, пусть будет лучше так. Да-да-да. Я просто немного поменял. Блин, на природе гораздо проще против десепшенов сейчас будет играть. Рассыпляешься, делай или агро, или гилд. Да это чисто фановый у меня десепшен. Окей. С обилкой на урон. Интересно, интересно. Сразу меч. Тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур-тур. One step at a time. Окей. Ой, неплохо, неплохо. Яблочко сыграло свою роль. Ту-ту-ту-ру-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Блин, а как что, как бы мне придумать что-нибудь интересное? Я ничего не могу придумать. Ладно. Неплохо. Окей. Best friend. О. Это очень хороший заход. Очень хорош. Молния у тебя в руке, я думаю, есть. Я прав?
Да. Топ-дек. Хорошо. Немножко попробуй реализовать свой план. Сколько тут? 6-7 урона. У меня 12 хп. От хила не предвидится. Еще вроде как у тебя ремув на 2 урона был. Из магазина. О, я в Раксус. И у тебя больше фавора. Ну все. Это летал. А, не повезло. Людиас. Сколько это? 2-4 урона. И плюс там ремув. 6. Надо сделать, значит, вот так. И вот так. Чтобы, возможно, хоть когда-нибудь получить рапчугу. Две рапчуги в колоде, хоть бы одна пришла. Ой, фаервайна. Найс, найс. Я все понял, вопросов не имею. Вопросов не имею. Раскатан. Под катком. Так. Надо, короче, завершать. Спасибо, спасибо за игру, Владик. Спасибо за игру. Мне надо собираться и уезжать через полчаса. Кинем рейд, значит, лорду. Лорду. Предлагаю удалить деку и забить про нее полностью. Почему не игру сразу? Обычно предлагают удали игру и забудь, как она называется. Все. На сегодня всем спасибо. Может быть, будет вечером, подруга, может быть, не будет. А если будет, то часа через 2.5. Будет анонс в телеге в Дискорде. Завтра будет точно. С утра будем апать ранг на фри-то-плей аккаунте. Посмотрим, как далеко мы сможем уйти. Все, всем спасибо. Надеюсь, еще увидимся. Но нет, не точно. Спасибо, вы лучшие.